С заботой о пациентах. В хирургический стационар Серпуховской областной больницы поступило новое оборудование – ультрасовременный автоматический инжектор. В каких случаях необходимо данное оборудование, изменится ли скорость обслуживания пациентов при его использовании, узнавали мои коллеги. Компьютерная томография с контрастом – высокоточный метод диагностики. Пациенту вводят специальный йодосодержащий препарат. В некоторых случаях этот способ исследований наиболее информативен. Так, например, при подозрении на онкологию, отслеживании динамики лечения, оценке сосудов и проходимости вен. Ранее контрастное вещество вводилось врачом или медсестрой вручную. Медработнику приходилось заходить в зону компьютерного томографа. Прибор современный, ранее таких в больнице не было. Он представляет собой двухколбовый автоматический шприц-инжектор. Сказать, что мы рады, это не сказать ничего. Весь коллектив хирургического стационара давно ждал это оборудование. Весь коллектив кабинета компьютерной томографии тоже ждал это оборудование, потому что это не только облегчает их работу. Здесь есть еще забота о пациенте. Значительно снижается лучевая нагрузка при проведении данного исследования. Новое оборудование больницы приобретено в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев обращает особое внимание на улучшение качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения. Прибор полностью управляется дистанционно, со специальной консоли из соседнего помещения. 4-5 мл контрастного вещества в секунду способен с такой скоростью подавать данный прибор. Это необходимо для того, чтобы, сообразуясь со скоростью кровотока, максимально насытить кровеносное русло и, соответственно, ткани контрастным веществом для получения четкого изображения. Целесообразность компьютерной томографии с контрастом сможет уточнить лечащий врач. Всего до конца текущего года в Серпуховскую областную больницу ожидается поступление еще 29 единиц оборудования.